Что это? Робеспьер объявил сегодня праздник верховного существа. Все чествуют гения нации и долг гражданина перед ним. Слышится что-то знакомое. Учение тамплиеров. Вольное толкование. Пожалуй, здесь нам к нему не подобраться. Лучше отступить и подождать другой возможности. Ты думаешь, как ассасин. А у меня есть план. Да? Ну и какой же? Думать, как тамплиер. Невероятно! А я думал, мы теперь рационалисты. Вот затея! Ура, Робеспьеру! Такая красота! Да, да. Ура, свободе! Клянусь вам, верховное существо, сам Робеспьер! Что дальше? Робеспьер неуязвим. При нем половина гвардии. Мы на 10 шагов не подойдем. А я говорил. Но его популярность все меньше. Культ верховного существа, очистки. Если опозорим его, ему конец. И лучше всего будет сделать это на публике. Именно. Изобразим его опасным безумцем, и его власть мгновенно растает. Но нам нужны доказательства. Я знаю, с чего нам начать. Идешь? Увидимся. У меня есть еще пара дел. Я сказал все, что... Bienvenue.
разрешил. Да, да. Внимательно! Поглядим. Так, доказательства. Нам нужны доказательства. Сумасшедший. Теперь ты мертвец! Вижу его! Поглядим. Так, доказательства. Нам нужны доказательства. Депутаты национального конвента. Списки политиков, составленные рукой человека, который любит посылать своих соперников на гильотину. Да, то, что мне нужно. Yeah.
больше les ennuis. Есть список. Депутаты конвента. Их там полсотни. Писал Робеспьер. Все это его противники. Не сомневаюсь, эти добрые люди будут удивлены, увидев список. Но сперва... У месье Робеспьера свои запасы. Отвлеки стражу. Есть мысль. Стражу отвлечь. Понял. Это Спрынья. Она вызывает видение. Словно сводит с ума. Но надо, чтобы он выглядел опасным. Список имен. Попадет в нужные руки. Случайно. Если нас заметят, то Жермен снова уйдет. Это оставь мне.